Здравствуйте, дорогие мои друзья. Что вам сказать? Где-то больше месяца, наверное, я не выкладывал роликов. Вот, у нас, к сожалению, в Израиле произошли неприятные события. Нас обстреляла, захватила заложников, убила 1500 человек. Жестоко, конечно, они поступили с нами. Вот. И я дома сидел целый месяц, никуда не выходил. Вот. Несмотря на то, что сегодня 1 декабря, и наши солдаты и наша армия возобновили действия в Газе, жизнь продолжается. Надо получать наслаждение от жизни. Вот видите, велосипед, стульчик, столик стоит. Я решил немножко с вами пообщаться, пройтись к морю. Вот. Ну и немножко покажу последствия загрязнения, которое делают люди. Вот этот поддон, наверное, скорее всего, находился на корабле, его сорвало. Видите, всякий пластик, всякий мусор, который загрязняет море. Делает плохое все для природы. Хорошо идти так, дети, люди гуляют, девушки пошли, мужик занимается спортом. Наше Средиземное море. Телефон поставлю здесь. Пойдем ножки помочим. Ой, вода холодная.
Знаете, несмотря ни на что, несмотря на то, что есть война, несмотря на то, что нас пытались как-то задавить, придушить, мы справимся, мы пройдем этот период времени, и в нашей жизни будет все прекрасно. Вот. И рано или поздно мы победим. Я думал, что он среагирует. Я пошел, умная собачка. Для ног хорошо походить по песочку. Ну, заодно вы со мной походите. Нет, здесь водичка такая хорошенькая вначале. Или я уже привык просто. Знаете, когда в море заходишь, первое ощущение, что вода холодная. А потом наоборот. Наоборот, хорошая тёплая. Сегодня 1 декабря. Первое декабря 2023 года. Что, дорогие друзья, море — это просто супер. Ходишь, гуляешь, дышишь под воздухом, прочищаешь себе легкие от городского шума, гари, и лишний раз благодаришь Бога за то, что Он все это создал, все это дал всем нам. Хотя иногда мы несправедливо обвиняем Его в том, что на самом деле Он нас очень сильно любит. Каждого человека. Жизнь прекрасная. Да? Согласитесь со мной. Ну что, буду заканчивать это видео.
был рад с вами пообщаться. Вот. Следующие ролики выставлю в Ютубе. Всем удачи. Пока.